Бензин, рок-н-ролл, губная гармошка, вокал, стиральная доска, Валерий Делюта, соло, гитара, байки фирменные, Владимир Колосов, Флайк-праздник, группа Трест, ну и я, ваш покорный слуга, Макс Орех. Можно вопрос? Без слов. Кто в детстве слушал? Я что, в детстве? Рамштайн. Я вообще слушал в детстве музыку очень консервативную. Дело в том, что мой покойный папа меня вообще воспитал на музыке, в основном отечественной, до 50-х годов. Вот Барт, Бернес, это вот край, да? А так вот, то есть я любил... Вот я слушал в детстве вот такое. Мы долго шли рядом одною дорогой и много хотели друг другу сказать. Надежд и желаний ты снилось так много, но мы не решились молчанья прервать. Надежд и молчанья прервать. Это «Мы долго шли рядом», роман исполнял Петр Садовников. Вот у нас дома была такая пластинка. Ну и вот мы с Евгеньевичем... Вот Марк Бернес. Уже в таком сознательном возрасте. Вот первый магнитофон у меня появился в возрасте уже 14-15 лет мне было, но правда сразу хорошая дека, такая кассетная, нота, сандастер, головки. Вот, можно было очень круто писать на хромовой кассете.